Дорогие друзья, короткий видеообзор такого замечательного продукта, как жир страуса эму, компания Международный коралловый клуб. Вы видите его в таком флаконе, есть дозировка 60 мг, вот здесь она представлена, и есть еще дозировка 30 мг. И самое важное, основные его достоинства по сравнению вот, с прочими косметическими средствами и даже средствами, которые имеют ярко выраженный терапевтический эффект, такие как всевозможные мази и так далее. Ну, в первую очередь скажу, что многие мази, косметические средства, во-первых, мази имеют очень много составляющих гормональных, и косметические средства в своем составе включают сульфаты, парабены, всевозможные, которые не есть хорошо для нашей кожи и вообще, в принципе, для нашего организма. И вот по сравнению с прочими продуктами, жир страуса эму обладает очень мощной проницаемой способностью. Он способен за счет своего состава, за счет своей консистенции, это ненасыщенные жиры, то есть жиры насыщенные, есть полиненасыщенные, те, которые способны очень глубоко не только сами проникать, но и как носитель транспортировать любые там масла, которые мы используем вместе с этим жиром страуса эму. Такой степенью усваиваемости, то есть распознавания организмом и нормальным усвоением обладает только лишь, не знаю, там оливковое масло, обязательно свежее, там первого отжима из там отдельных сортов оливок. То есть это средство достаточно редкое. А жир страуса эму благодаря коралловому клубу стало очень популярным, очень доступным продуктом. И когда мы применяем этот продукт, будь то в косметологии, будь то в восстановлении после операционном, будь то в терапии ожогов, то есть вот быстро я вам перечисляю те моменты, где он применяется очень широко и очень имеет ярко выраженный результат. Ну, допустим, вот упомянул косметологию. Для всех типов кожи подходит. Раз. Прекрасно увлажняет и смягчает кожу. Два. Не является гипоаллергенным. Три. Не содержит никаких гормональных там примесей и всего прочего, что есть там в мазях. Четыре. Такие проблемы, как экзема, псориаз, нейродермит, как правило, назначаются мази гормональные и какая-то терапия, которая не всегда имеет свой позитивный результат, потому что для того, чтобы работать с подобными проблемами, мы уже говорили с вами на эти темы раньше, это вопрос грязного кишечника, грязной печени, вопрос патогенных микроорганизмов внутри, лимфатическая система, которая не справляется с большой нагрузкой. Естественно, нужно работать комплексно. Это очистительная программа, это противопаразитарная, но в первую очередь то средство, которое мы применяем наружно, это жир страуса эму, потому что он действительно, друзья, обладает ярко выраженным целебным эффектом. На примере даже вот каких-то ожогов. У меня был случай, когда я порекомендовал женщине, вот буквально вот сегодня она обронила на ногу сковороду с кипящим маслом. И можете себе представить, там была не очень эстетичная вот такая травма, прям не рана, а травма даже. И человек с трудом мог передвигаться даже. Но, на удивление, ровно через 4 дня, друзья, рана эта выглядела так, как будто там вообще ничего практически и не было. То есть это один из самых удивительных результатов, эффектов, которые я лично видел. Ну и общаясь со своими коллегами в коралловом клубе, я собираю эти отзывы, как-то анализирую их и прихожу к выводу, друзья, что это поистине целебный продукт, уникальный продукт. Ну, что его делает таким уникальным? Во-первых, страусы эму, они одни из самых таких долгожителей. Они адаптируются практически к любому климату. Сейчас модно разводить страусов, делать страусиные фермы. Некоторые люди как бизнесом этим занимаются. Даже в тех широтах, где страусы, для страусов, ну, вообще они, в природе они не водятся. Но они приживаются, все хорошо. В страусином жире, друзья, невозможно развитие никаких микробов, микроорганизмов, потому что он еще обладает очень выраженным антибактериальным эффектом, ярко выраженным противовоспалительным эффектом. И применяется он в работе даже для таких состояний, как артриты, артрозы, остеохондрозы. То есть все, что касается тех же воспалительных процессов, связанных с крупными и мелкими суставами, втирание этого жира, вот этого масла, так называемое средство, масло
косметическое масло «Жир страуса эму», то есть так его назвали маркетологи наши. Но, в общем, он, проникая глубоко, способен снимать воспалительный процесс, этот продукт. И плюс ко всему прочему, он работает на уровне всего организма, потому что заводит очень глубоко свои активные вещества и с током крови циркулирует по всему организму. То есть вот, вот такое у него удивительное свойство. Далее, восстановление после операционном, допустим, какие-то хирургические там швы, рубцы, все это очень быстро регенерирует. И даже растяжки. Когда молодые мамочки, которые заботятся о том, что, об эстетике своей кожи в период беременности и после беременности, там, на протяжении определенного времени, втирают в живот, в ягодицы, в бедра, растяжки не остаются. Но если у вас уже есть растяжки, уже давно, то здесь вопрос времени. 2-3 пузырька вот этого масла чайного, жира страуса эму, очень быстро ткани будут регенерировать, и вы обрадуетесь, удивитесь этому результату. Во-первых, кожа станет мягкой, шелковистой, бархатной, и его можно использовать, повторюсь, для любых типов кожи. Для сухой, для жирной, для комбинированной. Лучше всего, конечно, для сухой. И на лицо его можно наносить как просто, как ночной там, или дневной крем. Простота, удобство в применении. Ну, я не знаю, насколько это достоинство, сейчас у всех это достоинство есть, да, удобный пузырек, можно носить с собой. Вот, допустим, сегодня мы выбрались на пляж, на вот это прекрасное озеро, здесь яркое солнышко, будем здесь целый день, конечно, можно будет и в тенек спрятаться, но тем не менее, я хочу сегодня нормально позагорать, и я использую это средство как защиту. Я знаю, что никаких последствий не будет неприятного характера. Я познакомился с этим продуктом как раз таки после того, как немножко чуть дольше позагорал, чем обычно, и ночь не мог спать практически. У меня поднялась температура, у меня кожа вся горела, я не мог прикасаться даже к простыне, потому что все жгло. Буквально на следующий день с утра я использовал его, меня не было, я побежал, приобрел, и уже вечером я спокойно уснул, все в порядке. Царица Нефертити по преданиям использовала мази, крема и помады на основе жира страуса эму, пожалуйста. Огромное количество результатов, шикарный эффект и широкая область применения этого средства. И причем рекомендовано даже маленьким детям, какие-то опрелости или высыпания, просто смазываем, получаем хороший результат. То есть все разглаживается, все выравнивается, все хорошо. Снимаются даже какие-то мелкие воспаления. Фурункулез, друзья, не очень приятная ситуация, когда нужно зачастую даже принимать антибиотики. Жир страуса эму в комплексе с прочей терапией соответствующей, да, потому что невозможно только внешне этот вопрос убрать. Желаю вам познакомиться с этим продуктом поближе. Пока что будьте здоровы, до новых встреч!